Карл Пейсанель. Трактат о торговле на Черном море. Часть первая. Черкесия. Карл Пейсанель, годы жизни 1727-1790. Винный французский ученый, дипломат и политический деятель. Происходил из интеллигентной дворянской семьи. Его отец, совмещавший государственную службу с научными занятиями в области археологии, позаботился о том, чтобы дать своему сыну хорошее образование, основательно подготовить его к дипломатической деятельности и привить ему вкус к научным исследованиям. Отправляясь в качестве французского консула в Смирну, отец взял с собой сына, который приобрел там под его руководством необходимые для ведения консульских дел знания и опыт. Смирна в это время была одним из наиболее крупных черноморских портов Турции, откуда шли важные торговые пути вглубь Малой Азии. Пребывание в Смирне позволило Пейсанелю сразу же войти в курс сложных вопросов черноморской торговли, которая к середине 18 века стала приобретать первостепенное значение для западноевропейских государств. Вскоре молодой Пейсанель получил самостоятельный пост. В 1753 году он был назначен французским консулом в Крым. Если учесть, что Пейсанелю в это время было всего лишь около 26 лет, то следует признать, что он делал большие успехи по службе, которые вряд ли объяснялись лишь связями его отца, а, как об этом позволяют судить последующие факты его жизни и деятельности, вероятнее были результатом проявления его незаурядных способностей. В Крыму Пейсанель пробыл сравнительно недолго, до 1757 года, но сумел собрать исключительно ценные материалы внешней торговли не только Крымского ханства, но и соседней Черкесии, которой он уделял особое внимание. Об этом свидетельствует тот факт, что в 1755 году им было отправлено французскому двору весьма обстоятельное донесение о черкесах, включенное в записку о Малой Тартарии. В этой записке Пейсанель сообщал, что в частности о делении черкесов на отдельные племена и княжеские владения, об их политическом и социальном строе, системе административного управления, религии, нравах и обычаях. После Крыма Пейсанель прослужил консулом на острове Кандии и в Смирне с 1763 года, закончив таким образом свою дипломатическую службу в том пункте, где он ее начал. Пребывание Пейсанеля в различных частях Причерноморья позволило ему обстоятельно ознакомиться с состоянием торговли в этом районе, что имело актуальное значение для Франции, все более и более втягивавшейся в торговлю со странами Ближнего Востока. Интересы французской буржуазии, настойчиво требовавшие от своего правительства проведения активной колониальной политики на Востоке, нашли в лице Пейсанеля яркого выразителя. По занимаемой им должности консула Пейсанель обязан был защищать интересы французской коммерции, и он это делал весьма добросовестно. Прослужив всего почти 20 лет на Востоке, Пейсанель вернулся в Париж, где прожил до последних лет своей жизни, занимаясь научно-литературной деятельностью, склонность к которой он проявил уже давно. Еще в 1754 году вышел его первый научный труд, посвященный описанию экономики Персии и Грузии. Сведения о них он собрал во время своего пребывания в Смирне. Затем, в 1765 и в 1785 годах, Пейсанель опубликовал еще два научных труда, один из которых был тоже связан с черноморской тематикой. Наконец, в 1787 году вышел двухтомный трактат о торговле на Черном море. В нем как бы подводился итог многолетнему изучению торговых отношений в Черноморском бассейне. После этого труда, принесшего Пейсанелю известность, он опубликовал еще 4 книги. В своем трактате о торговле на Черном море Пейсанель дает, в частности, весьма подробное описание внешней торговли Черкесии, ее экспорта и импорта. На основании этого описания мы можем составить довольно точное представление об общем уровне развития черкесской экономики, о состоянии основных отраслей народного хозяйства Черкесии – земледелия, скотоводство, пчеловодство, охоты, домашней промышленности и ремесла.
Эти сведения представляют для нас исключительную ценность, так как ни другой источник 18 века не дает нам подобного материала. Сведения Писанелли, свидетельствующие о сравнительно высоком уровне развития в Черкесии сельского хозяйства и ремесла, заслуживают безусловного доверия. Они основаны как на его личных многолетних наблюдениях, так и, что особенно важно, на данных о торговых пошлинах, взимаемых в портах Крыма и северо-западного Кавказа, находившихся под суверенитетом крымского хана. Сведения Писанелли о внешней торговле Черкесии были еще до революции переведены Фелициным и напечатаны в кубанском сборнике, а затем переизданы в 1927 году в Краснодаре. Перевод Фелицина не отличается большой точностью. Черкесия является, собственно, государством, находящимся под властью татарского хана и занимающим пространство с севера на юг от реки Кубани до Кавказских гор, а с запада на восток от Черного моря до Кабарды, области, принадлежавшей прежде хану и сделавшейся независимой согласно Белградского договора 1735 года. Обыкновенно к Черкесии относят также остров Тамань и всю местность, находящуюся между рекой Кубанью и Азовским морем. Черкесия разделена на очень большое количество племен, во главе которых стоят беи. Эти племена очень воинственны, все подробности об их управлении, религии, правах и обычаях я имел честь отправить ко двору в 1755 году. Поэтому я ограничиваюсь здесь только объяснениями, относящимися к торговле. Главными городами Черкесии являются Тамань, Темрюк, Атчу, Акджа, Суджук и Каплу. Тамань – небольшой городок на восточном берегу пролива Яникали, Керченский пролив. В нем насчитывают примерно 6 тысяч жителей, 12 мечетей, баню и около 100 лавок. Там имеется озеро, вокруг которого грузинские рабы, получившие свободу, образовали квартал, получивший название Грузинского. Этому городу принадлежит 18-20 кораблей с грузоподъемностью от 500 до 1000 кинталов. Их называют Тамбас. Не имея возможности зимовать на рейде, эти корабли ищут убежище в Керченском порту в Крыму. Этот город находится на территории хана и считается принадлежащим Черкесии. Но там, как в нем имеется небольшая крепость, то он приписан к числу мест, подвластных великому султану. В нем насчитывается от 50 до 60 пушек. Великий султан держит там небольшой гарнизон янычар, и местом управляет Мусселим, подвластный паше из Яникале. Темрюк представляет собой небольшое укрепленное местечко в 6 милях, к северу-западу от Тамани. В нем насчитывается приблизительно 2000 жителей, 2 мечети, 12-15 лавок, 70-80 пушек и гарнизон янычар. Берберзимин на Азовском море является портом Темрюка. Это плохая гавань, где корабли могут приставать только в спокойную погоду. Атчу – крепость, где имеется около 300-400 жителей, считая янычар гарнизона. Он расположен на одном из устьев Кубани. Укрепления деревянные с 26-30 пушками. Рвы наполнены водой. Местность настолько болотистая, что крепость абсолютно невозможно взять. В последнюю войну русские осаждали ее безрезультатно и в течение 20 дней. За все время осады в крепости были убиты только 2 человека. Большие комары, встречающиеся здесь в огромном количестве, делают местность необитаемой. Эта крепость находится в 22 милях к северо-западу от Тамани. Она управляется татарским беем, назначаемым ханом. Акджа. Маленькая крепость в 20 милях к юго-западу от Тамани, где насчитывается не более 100-150 жителей и 10-12 пушек. Местечко управляется татарским мирзой. Оно не охраняется янычары. А только небольшим числом местных воинов. Здесь нет никакой торговли, и все, что необходимо для нужд населения, привозится из Тамани. Суджук. Небольшая крепость на берегу Черного моря в направлении границ Абхазии и Абхазии. В ней около 200 домов, 4000 жителей и от 36 до 40 пушек. Гарнизон состоит из янычара, местность управляется татарским беем, назначаемым сераскиром Кубани. Торговля здесь не ведется. Жители получают из Тамани все, что им необходимо. Сама местность производит немного ржи, которую в мире или казна покупают в качестве пищи для гарнизона. Каплу. Лежит внутри страны, в 22 милях от Тамани и в 2 милях от реки Кубани. Это резиденция Сераскира, здесь насчитывают около 4000 жителей, 2 мечети, 5 общественных гостиниц и приблизительно 500 мастерских. Здесь нет таможни, но за каждый ввоз товаров уплачивают определенную сумму Сераскиру и мирзе данной местности, которому также располагается известное отчисление.
Все это составляет 60 бешелик, турецкая медная монета. Или 20 пар за воз. Каплу действительно является складочным местом торговли Черкесии. Купцы Тамани, Кафы и других мест привозят сюда свои товары для дальнейшего их распространения среди черкесов и ногайцев Кубани. Эти народы, в свою очередь, приезжают в этот город продавать товары своих земель. Тамань является главным, или вернее сказать, единственным пунктом транзита всего ввоза и вывоза Черкесии. Сюда прибывают все товары, направленные в эту страну. И здесь же погружают все то, что вывозят из данной страны. Таким образом, импортная торговля этого города, о которой я буду говорить, фактически обнимает собой торговлю всей страны. Thank you.